Мама само по себе слово. Это самое теплое слово из всех, что есть вообще на Земле. Когда ты говоришь это слово, сразу на ум приходит поддержка, доброта, любовь. И это тоже теплое слово, но не настолько. Я очень сильно люблю свою маму. Возможно, своим поведением иногда показываю обратное, но она, наверное, даже не представляет, насколько сильно я ее ценю. Просто я еще ребенок, и иногда я не думаю над тем, что делать над своими поступками. Мам, я тебя очень люблю. Ты у меня самая-самая лучшая. Прости меня, пожалуйста, за все. Ты просто лучик света. Ты меня всегда поддерживала. Ты во всем мне помогаешь. Если бы не ты, я, возможно, даже тут не сидела. Очень тебя люблю. Для меня мама играет очень большую роль в жизни. Без нее я бы не смогла делать то, что делаю сейчас. Она меня научила и ходить, и разговаривать. С самого раннего детства она меня обучила абсолютно всему. И если бы не она, я бы, наверное, даже не сидела бы тут и не записывала бы это интервью. У нас мы можем делать с мамой абсолютно все, что только захотим. Можем сплетничать, можем смотреть фильм, можем делать все, что угодно. Мама — это тот человек, который его нельзя описать. Он просто самый прекрасный человек в жизни. Мама, спасибо.